друзья, меня зовут Олег. Сегодня я не в своем гараже, а на свежем воздухе, а это значит, что наша Honda CB750 полностью готова. По завершению проекта всегда наступают такие двоякие чувства. Во-первых, ты очень доволен, счастлив, что все удалось, что последние несколько месяцев потрачены не впустую, и что-то получилось, что-то создалось. Оригинальная, в общем, индивидуальная. И, в общем, не зря потрачено было это время и множество сил. С другой стороны, есть такое чувство пустоты. Когда ты в последнее время все силы, все свои мысли, все свои идеи отдавал чему-то, и потом, когда это уже завершилось, ясно, что наступает некая пустота, некий вакуум, потому что тебе некуда уже дальше идти, именно вот следующего шага нет, потому что ты уже все сделал. Затем наступает третий этап, это когда мотоцикл начинает жить своей жизнью, и уже глядя спустя некоторое время, ты смотришь и не веришь, неужели это я делал? Неужели я мог вот это вот придумать, вот так вот прикрутить, поставить, вот это нарисовать? То есть как бы это уже отстраненный какой-то предмет, который тебе не имеет никакого отношения, он живет своей жизнью. Ну а четвертый этап – это когда у тебя уже наступает такая ломка, когда тебе хочется творить снова, хочется что-то делать новое, и хочется искать донора, хочется, в общем, придумывать, опять погружаться в это... мазуту, в эти механизмы, в эти болты, гайки. И так, в общем-то, круговая порука, замкнутый круг. В базе это Honda CB750, около 80 лошадиных сил, 4-цилиндровый рядный двигатель, 4 карбюратора, цепной привод. Так, тормоза передние, 2 диска, армированные шланги как спереди, так и сзади. И в общем он и ощущается вот как такой городской мотоцикл, легкий, около 200 кг, с очень острыми повадками. Как хорошо откликается на ручку газа, хорошо откликается на ручку тормоза, как переднего, так и заднего. То есть такой живой, легкий, подвижный мотоцикл. Ну и если вы молоды и вам нравится такой динамичный образ жизни, то, конечно же, он очень подойдет вот для этой функции. Все его изменения были направлены на то, чтобы подчеркнуть и сделать его каким-то индивидуальным. То есть это как, я рассматриваю это как просто аксессуар, какой-то вот, ну, как ботинки, как любимая какая-то кожаная сумка, куртка или там любимые джинсы. В общем, вот так же я рассматриваю кастомный кафешник именно так. И, конечно же, здесь уже, раз ты его любишь, то ты его любишь именно за то, как он выглядит, и за то, что он подчеркивает твою индивидуальность. И, конечно же, уже какие-то практические утилитарные вещи отступают на задний план. И я считаю, что это нормально.
Сегодня я отправляюсь на вот этой нашей свеженькой Honda CB750 в небольшое путешествие в соседний город Могилев. Ну, конечно, интересно, как он будет вести себя в дороге, что с нами будет происходить. Это порядка 120 километров. Я по пути постараюсь снимать интересные моменты, также делать обзор, как он себя ведет, какие-то нюансы. Расскажу, как он едет по трассе. Так что не переключайтесь, я надеюсь, будет интересно. Поехали! Километров пройдено от заправки. Сделал первую остановку в населенном пункте. Так, на всякий случай, сделать контрольный обзор. Мало ли что, может что-то открутилось, что-то потекло. В общем, смотрим. Максимально разгонялся до 120. На трассе, конечно, ощущается очень легким мотоцикл. Подвержен всяким порывом ветра, особенно фурам. Первый раз, когда фура встречная пролетела, я чуть за руль держался. Так неожиданно это было, чуть не сдуло просто. Ну, ветрозащиты никакой, ну и парусность, а я крупный человек для этого мотоцикла, и парусность, конечно, ощущается. Ну и так, вроде все в порядке. Вроде все в порядке, продолжаю двигаться до следующего включения. Не смог проехать мимо. Посмотрите, что я тут обнаружил. Это поселок Кировск. И здесь вот пожарная часть. И у ее подножья установлен вот такой вот агрегат. Пошли посмотрим поближе. Ну, все любители отечественной техники без труда узнают здесь МТ-11 Днепр. Цвет, конечно, шикарный, просто Альфа-Ромео или Феррари. В общем, в качестве базы здесь МТ-11, а вот в качестве коляски здесь стоит, даже не знаю что, какая-то, скорее всего, помпа. Машзавод. Ливинский машзавод. Мотонасос. Все, выяснили. Ну, ясно, если пожарная техника, конечно, здесь будет мотонасос. Все понятно. Здесь бак, шланг, который погружается в водоем какой-нибудь. А второй конец берется в качестве бронзбойта и тушится пожар. Вот такая незамысловатая конструкция, но оказывается такая штука была когда-то на вооружении у пожарных советских.
4 карбюратора. 4? 4. На каждый цилиндр по карбюратору. Ну ясно. Ты на сколько? Литров 12? Что? Ест? 5 литров где-то. 5 литров? Нихуя себе. 5 литров, 750 объем, около 80 лошадей, я этого не помню. То ли 78. Вес 180 килограмм. Пришла весна, и мотоциклисты так и выбираются на солнышко погреться. И тут куда ни встань, всегда встретишь кого-нибудь. Как зовут тебя? Роман. Роман, вот. Ну, погодка неплохая. Погодка отличная. Сегодня, кстати, первый день так тепловато. Было и раньше, но там все равно было. Так. А по трассе? Я вот сейчас решил одеть, что это чувство продувает. Но при этом вообще ходовую часть вообще вот эти ты не вмешиваешься, да? Да, чтобы конструкция оставалась заводская, потому что я считаю, что это неправильно, когда ты лезешь, пилишь кардинально раму, потом непонятно, кто ее как и варит, потом, ну, это же на нем же ехать надо, да. И что потом, если вдруг что, на первой же яме все разваливается, и так нехорошо. Поэтому как бы тут и укоротил я на 15 сантиметров хвост, но как бы там никаких конструктивных не было моментов, поэтому я от того, что отрезал, ничего не поменялось. Немножко развесовка поменялась, но это из-за того, что и посадка низкая, низкий руль. Так-то у него руль вот здесь был. Ага. А это клепоны ставятся. Задние, вот, жир получается немножко, да, немножко. Не, нормально, мы пробовали, вот здесь у него кончается. Ага. Еще даже остается. Ну, из-за того, что он наклоняется, пилот наклоняется, ага, вперед. Ну, смотря какая девушка, конечно, какой пилот. Ну, он, в принципе, для среднего размера. Я для него крупноват. Друзья, я в Могилеве, областной центр, где-то 350 тысяч жителей. И, в общем, отныне наш малыш будет жить здесь. Что я могу сказать по дороге? В принципе, на трассе он показался мне очень вполне вменяемый. Да, тут даже был контраст, когда я въехал в город и начались плохие дороги, то трасса для него была более приемлема. Он там себя чувствовал более раздольно. Ну, ехал я где-то 100-120 км в час. Конечно же, вес небольшой, поэтому были моменты, на ветер реагирует, и особенно на фуры. Первый раз встречная фура застала меня врасплох, и меня практически чуть не сдуло. Еле удержался за руль. Ну, что еще сказать? Ну, глушители, конечно же, дают определенный звук, постоянно сопровождают, но, в принципе, терпимо. Терпимо. Терпимо, и нету такого, что уже голова болит или зудит. В этом плане все нормально. Так что, в принципе, испытание трассы он прошел успешно. И думаю, что на какие-то недалекие дальники можно вполне ехать. Ну, температура двигателя, если вы видите, вот тут вот в районе 100 держится. И все в порядке, не перегревается.
на этом все. Я благодарю всех, кто следил за этим проектом, всех, кто комментировал, всех, кто переживал, задавал вопросы. Я призываю вас, подписывайтесь, продолжайте комментировать. Будет еще очень много интересного. Так что не переключайтесь. Продолжение следует. Пока!